Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 24 июня, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Росавиации. Полеты ограничены в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных вод, Ставрополя и Москвы.